Порядка 60 лет потребуется республике, чтобы полностью ликвидировать весь аварийный и ветхий жилищный фонд. Об этом сегодня сказал вице-премьер Якутии Игорь Никифоров на встрече с масс-медиа. По данным, общая площадь всего аварийного жилья в регионе на сегодня составляет около 3,5 миллионов квадратных метров. Из них 490 тысяч признали аварийным до 1 января 2012 года и должны расселить до начала 2017. Напомню, что в этом году в Якутии должны построить рекордные 600 тысяч квадратных метров нового жилья.